Друзья, всем привет! В этом видео покажу, как на китайском Mi Band 5 можно переключить язык интерфейса и сделать его русским. На текущий момент китайская версия может работать лишь с двумя языками. Это китайским и английским. Смотрим на интерфейс моего Mi Band 5 китайского. Здесь, как мы видим, все полностью на английском. Если мы зайдем через Mi Fit и зайдем в переключение языков, здесь доступно два китайских и один английский. Итак, для того, чтобы включить русский интерфейс, нам необходимо опуститься в самый низ приложения Mi Fit и убедиться, что у нас версия прошивки 1.0.1.16. Если у вас не эта последняя версия прошивки, то необходимо сначала зарядить браслет до 100%, далее на телефоне подключиться к быстрому интернету, далее подключить Bluetooth и подключить GPS. После чего необходимо нажать кнопку «Проверить наличие обновлений», чтобы браслет обновился до версии 1.0.1.16. Это сейчас последняя версия. Далее я захожу в Play Market и ввожу Notify. Меня интересует приложение Notify and Fitness for Mi Band. Загружаю и устанавливаю это приложение. Далее запускаю это приложение. После чего выбираю браслет, который у меня подключен, делаю сопряжение. После того, когда браслет подключен, чтобы убедиться, что идет синхронизация, я просто делаю такой свайп по дисплею и идет обновление информации. Окей, вверху слева нажимаю кнопку меню. После чего интересует пункт настройки браслета. И здесь смотрите, настройки, язык по умолчанию. Выбираю этот пункт и здесь смотрите сколько языков. Выбираю русский язык, окей, окей. И смотрим на мой Mi Band 5 китайскую версию. Теперь он у меня полностью стал на русском языке. Если пройдемся по всему меню, как мы видим, идет полностью все русифицировано. Даже если я зайду в дополнительно, опускаюсь в самый низ настройки. Далее перезагрузка, окей. И перезагружу телефон. Как мы видим, русский интерфейс остался. Интерфейс все равно остается на русском языке. Но если я зайду в Mi Fit, далее в мои устройства, опускаясь ниже, мы видим язык написан русский, но если я зайду в этот подпункт, то здесь два китайских и английский. Вот такой вот небольшой нюанс, но русский язык, как мы видим, работает. Друзья, если видео было полезно, не забудьте поддержать видео лайком, поделиться этим видео с друзьями, у которых есть китайская версия Mi Band 5 на английском языке. Всем пока!